перед тем, как отправиться в лес на поиски рождественской ели, нужно проверить, чтобы бензобак у вас был полный в машине, также заряженность телефона, одеться по погоде и взять с собой пилу, рулетку и продумать, как вы запакуете елку. Обязательно скачайте в свой телефон бесплатное приложение РМК. Там есть карта лесов Эстонии и государственные леса, отмеченные темно-зеленым цветом. В них можно выбирать елку рождественскую. Елку можно выбирать только на территорию государственного леса, в этом нужно убедиться сразу, но и в государственном лесу не во всех местах можно ее выбирать, а только в тех местах, где у ели нет шансов вырасти в большое дерево, то есть на краю оврагов, дорог, под линиями электропередач. Когда вы уже нашли понравившуюся вам ель, вы должны ее измерить, убедиться, что она до 2 метров, и перед тем, как начать пилить, отправить код ваучера на мобильный телефон и дождаться СМС. В приложении РМК нужно найти закладку «Рождественская ель». Здесь вы увидите, где находится государственный лес, и узнаете, как оплатить елку. Конечно, для вас она будет бесплатна. Нажмите «Оплата», самый нижний номер телефона для клиентов Телия, сделайте звонок и введите код ваучера. Скачивайте приложение РМК и отправляйтесь в зимний лес.